Я заметил, в вашем городе ни черта нет музыки. Мы не верим в такую безвкусицу. Так вы сейчас передумаете. Представляю вам рок-н-ролл. Вы изгоняетесь из нашей общины немедля! И дочь свою шлюху не забудьте! Ну, раз я уже заплатил за эту штуковину, буду ездить вокруг и уничтожать то, что тебе нравится! Эй, толстяк! Тебе нравится... Нравится... Эта скамейка! Ну, она неплохая. Отлично! Вполне подходит! Я уничтожу ее! Она тебе нравилась! Мистер Бьютершмит, у вас любовница? Нет, нет, это твоя сестра! Нет, нет, я импотент! То есть, она смотрела, как я себя ублажал! То есть, она мужик! Простите, на этой горке ограничение по весу. Правда? И какое? Запрещено выглядеть смешно на этом скутере. Наша машина сломана. Пока ее не починят, нам никуда не деться. Я позаботился об этом. Поездка будет весьма нервной. Знаю, лошади такие медленные. Сексуальные. Сексуальные. Разве не слышите, другие чувства у вас обострены? К примеру, можете учуять мои газы до того, как я пукну? А то одна порция как раз готовится к вылету, и не пойму, испытывать ли мне угрызение совести. Нет, такого я не чувствую. Но зато могу увидеть. Многие люди совершают мелкие движения, когда пукают. Бывает, глаз дернется, бывает кое-что еще. А, то есть слегка намекают, да? Тогда скажите, если увидите что-то подобное. Вы только что пукнули. О, боже, вы видели? И вы заметите любое мое самое неуловимое движение? Вы снова пукнули. Нам с вами будет весело. Лоис, что за хрень? Боже мой, Питер, ты цел? Что случилось со ступеньками? Они все скользкие. Имеешь в виду, что натворили два черных подростка, когда угнали папин мотоцикл? Да чем вы думали вообще? Вы же убийца могли! Это была идея Криса. Он меня уговорил. Это правда? Значит, тебе нравится брать чужие мотоциклы? А? Тогда вот скури полный блок сигарет. Что? Питер, это тут слегка не к месту. Посмотрим, как ему это понравится. Вот, я тебе даже помогу. Пап, я не курю! Конечно, пока не куришь, но продолжай, тебе понравится. К концу пачки ты будешь дымить, как настоящий профи, как клевый парень. Вот, вот так, мягче идет, да? Да! Вот именно, погоди, вот после еды еще попробуешь, вкуснятинка. После секса? Это как класть свой пенис на пуховую перину. Думаю, мне понадобятся еще сигареты. О, я тебе куплю, но я реально зол по поводу мотоцикла.
ребят, я от этого с ума сойду. Одного из семерых гномов звали Модник? Такого хорошо одетого. Или я сам его выдумал? О боже мой, пап! Папа, ты жив? Черт, ненавижу эти новые ступеньки! Да, я в порядке. Но я лучше полежу здесь, пока боль не пройдет. Эй, кто сгреб листья? И смотрите, кто-то постриг газон. Это была моя обязанность. Я сделал за тебя твои дела, лишив тебя радости потрудиться самому. Мерзавец! Ну что, бойцы, вот и все. Каким-то образом нас перенесло за пределы континуума. Я не понимаю. Ни существования, ни прошлого, ни будущего, ни вселенной. Но все равно откуда-то большая, ярко раскрашенная реклама шоу Кливленда. Всем привет! Это шоу Кливленда! Как странно. Черные обычно себя не рекламируют. Сьюи, выручай. Что, в чем дело? Я в критической ситуации. Кейт хочет познакомить меня со своими родителями. Привет, ребят. Я только возьму вот это. Спасибо. Что мне делать-то? Ладно, главное, успокойся. Успокоиться? Завтра я ужинаю с ее родителями, и они увидят, что я собака. Ты Питер Гриффин? Да, спасибо. А это еще что? Реактивный ранец. Я вернусь за вами, друзья, обещаю. О, нет! Это шериф! Скорее, шкаф! Кто там? Всего лишь я, милый. А, не знал, что ты дома. Что ты там делаешь в шкафу? Дела с жены. Понятно. Что ж, я на минутку зашел. Из лагеря сбежало несколько заключенных. Я помогаю начальнику их выследить. Так, может, стоит их отпустить? Ты же знаешь, что не могу. Ты все время на работе. Нет, чтобы больше времени проводить дома. Проводить со мной. А может, ты права, милая. Может, я и впрямь заработался. Я не буду искать беглецов. Ты это делаешь для меня? Я для тебя что угодно сделаю. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. А теперь выйди и поцелуй меня. Питер, нет! Минуточку. Я не женат. Питер, он не шевелится. Нужно отвезти его в больницу. Мига, Лоис, к Питер Рангу. Просто к сведению. На мгновение я залетел в больницу. Питер, куда ты собрался? Последний день на Земле, последний шанс, чтобы сделать это. Я собираюсь найти черный район и увидеть, что произойдет, если я крикну «Ты знаешь, какое слово?» Король черных людей. Они зауважали меня за то, что я это сказал. Привет всем, это Мантикор, мой лев. У меня теперь есть лев. Питер, какого черта? Когда я попросил его в зоопарке на прошлой неделе, то меня выгнали. Пошел в зоопарк этим утром с дробовиком, и теперь у меня есть лев. Он кусается? Конечно же, кусается. Это ж лев. Да, это отлично подойдет. Отпусти ее!
Ты можешь его больше не бояться.